солист Мариинского театра дебютирует в Бурятском театре оперы и балета. Подробности после прогноза погоды на понедельник, 6 февраля. В студии Ржена Хамаева. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике переменная облачность. Ветер юго-западный, порывами до 3 метров в секунду. По северным районам облачно, ветер юго-восточный 1,5 метра в секунду. Температура воздуха ночью -27, -26. Температура воздуха днем -22, -17 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге ясно, ветер южный 2,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью -27, -22. Днем температура воздуха -16, -11 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. В Улан-Удэ ясно, ветер юго-восточный 1,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит -28, -27 градусов. Днем температура воздуха -18, -13 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на понедельник, 6 февраля. В образе рыцаря, влюбленного в слепую Иоланту, впервые выступит солист приморской сцены Мариинского театра Морген Санданов. Партию Иоланты исполнит солистка оперы, лауреат международных премий Бачимек Самбу. 8 февраля в 18:30 в Бурятском театре оперы и балета опера Иоланта в концертном исполнении. До встречи в театре!